дуже великою такою несподіванкою те, що для нас зробили. Почали знімати відео, це було дуже приємно, що до нас так дуже гарно ставляться тут. Налево посмотрел, направо, все интересно, и так приятно и тепло встретили, ну, мне было очень приятно. Выдыхаю, все оставляю на старте и как бы выхожу на дорожку уже после команды «Марш» новым человеком. Був якийсь адреналін, але якщо правильно направити цей адреналін, то він тобі допоможе підняться быстріше на четвертий поверх. Это словами не передать, это надо просто почувствовать. Когда становишься в колодке, становишься не первый раз. Там мысли вообще нет. Ты просто становишься, слушаешь стартера и все, стараешься понять его команду. Мыслей нет вообще. Было интересно посмотреть на сборную. Очень сильные ребята. Так смотришь, пример для подражания, то есть. Всегда перед стартом жали друг другу руку. Чувствовалась такая домашняя атмосфера, семейная такая. Многие ребята, особенно парни, показали очень достойные результаты. И пьедестал это всем показал, как бы все видели финалы, и они большие молодцы.